пользу мы можем получить от использования Вайна? Сегодня мы обсудим эту социальную сеть с Матиасом Люфкинсом, экспертом по социальным медиа. Итак, Матиас, видео длиной в 6 секунд – это совсем немного. Как использовать его максимально эффективно? Это, вероятно, самый короткий видеоформат, который сейчас существует в мире. Вайн позволяет загружать видео длиной в 6 секунд. При этом Инстаграм дает 15, а Твиттер – 30 секунд. Это все относительно новые и очень короткие форматы видео. Но если сравнивать это с рекламой на телевидении, то в рекламе можно сказать многое за эти 30 секунд. Например, во время Суперкубка мы видели, что в рекламу длиной в 30 секунд помещали целые истории. Это удивительно, но 6 секунд на Вайне могут быть очень и очень эффективными. Например, это мой личный Вайн-канал. На данный момент у меня уже 15 миллионов просмотров. Еще одна особенность Вайн-видео в том, что они зациклены, то есть проигрываются по кругу до тех пор, пока вы сами их не остановите. Вот одно из таких видео. Как вы видите, это павлин в парке. Он поворачивается, а затем мы видим приближенный кадр. Здесь два главных кадра. Почему два? Для того, чтобы ваше видео стало популярным, нужно два хороших кадра. Первый кадр должен отличаться от последнего. На самом деле здесь можно в полной мере проявить свою креативность. Некоторые из представленных видео действительно интересны. За эти 6 секунд они рассказывают целую историю. Что вы можете посоветовать новичкам, которые только начинают пользоваться этим приложением? Это мобильное приложение, к которому вы можете получить доступ с помощью мобильного телефона или планшета. Важный момент в том, что вам нужно держать телефон не горизонтально, а вертикально, для того, чтобы сделать хорошее Вайн-видео, так как затем у вас не будет возможности повернуть его. Вам нужно прикоснуться к экрану и удерживать палец на экране. Будет лучше, если у вас есть штатив. В целом, процесс изготовления видео довольно прост. С помощью таких видео можно сделать и важные заявления. Вот, например, Мишель Обама поздравляет всех с 4 июля. А на втором кадре мы уже видим ее собачек. Вот такое поздравление с 4 июля. На самом деле можно сделать и какое-то заявление за эти 6 секунд. Также можно использовать это приложение и для рождественских поздравлений. Например, сейчас вы видите ролик под названием «Распаковываем рождественские подарки». Как вы видите, видео зациклено, оно бесконечно. Мы можем очень долго смотреть, как эти руки распаковывают подарки. А на этом видео вы видите, как разные люди пишут рождественские поздравления. При этом скорость видео немного увеличена. Но все это может сделать любой человек с помощью своего смартфона. Вайн — это относительно новая платформа, но я бы всем рекомендовал ее испробовать. С ее помощью можно продвигать продукты, делать рекламу и какие-то заявления. И это всего лишь за 6 секунд. Сейчас этот сервис стремительно набирает популярность. Как можно сделать свои Вайн-видео уникальными? Для этого нужно не бояться использовать новые и свежие решения. При этом лучше не используйте панорамную съемку или зум. Это выглядит не очень хорошо. Подберите несколько интересных кадров, так чтобы у вас получился коллаж из различных сцен. Тогда вы действительно сможете рассказать свою историю за 6 секунд. В любом случае, стоит попробовать. Матиас, спасибо за ваши комментарии. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дугаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго!